Элина Васильева занимается конным спортом уже 6 лет. Девушка с детства проводила много времени с лошадьми и мечтала о занятиях с ними. Сейчас Элина каждый день тренируется и ухаживает за водопадом. Первое место на соревнованиях по конному спорту она заняла впервые. Конный спорт, это, ну, он учит выносливости в первую очередь, потому что, на самом деле, очень тяжело справляться с лошадью, особенно которая несет. То есть он развивает абсолютно все группы мышц, учит общению с животными, не только с животными, коммуникабельности, потому что договариваться с ними на самом деле очень сложно. Первенство Самары по конному спорту проводится на протяжении 7 лет. Спортсмены преодолевают маршрут из 8 препятствий. Наездник должен правильно направить лошадь, не тянуть ее и занять позицию, которая не помешает коню взять высоту в 90 сантиметров. Если лошадь ошибается дважды или проходит маршрут с нарушениями, то участников дисквалифицируют. Пары должны они съезжаться, они должны работать как одно единое целое. Но бывает такое, что вот где-то разногласие, всадник пытается быть умнее лошади, либо лошадь чуть-чуть умнее всадника. Есть такое выражение, что не бывает плохих лошадей, бывает плохой всадник. В этом сезоне первенство Самары по конному спорту проведут еще трижды. Посмотреть на то, как спортсмены борются за призовые места, может любой желающий, посетив загородный парк Самары. Ольга Павлова, Никита Колосов, Сергей Баскин. События.